кухня, пожалуй, самая важная часть квартиры. Здесь творятся кулинарные чудеса. За общим столом в кругу родных и друзей мы наслаждаемся любимой едой и обществом друг друга. Мы проводим на кухне много времени и требуем от нее эстетики и комфорта. Кухни «Бестлайн» отвечают самым высоким требованиям. 17 августа в Коврове состоялось торжественное открытие студии кухонного дизайна. Мы, как дизайнеры, готовы предоставить услуги в нескольких направлениях. Во-первых, создание дизайна самой кухни. Причем это могут быть не простой набор секций, да, а какие-то новые интересные решения. Помимо создания дизайна мебели кухни, мы можем создать дизайн всего интерьера. Подход наш таков, ну, как будто бы мы кухню делаем для себя. Студия кухонного дизайна «Бестлайн» – это проект двух очаровательных девушек Марины Андреевой и Ирины Савченко. Это фирменный салон, который работает непосредственно с фабрикой мебели «Бестлайн». Фабрика занимается производством кухни 15 лет. Из этих 15 лет нам удалось создать определенную сеть. Мы торгуем кухнями, в принципе, по всей России. То есть у нас есть дилеры в Белгороде, в Сочи. Конечно, наш регион – это Иваново, Владимир. Ну и основной рынок продаж – это Москва. Фабрика «Бестлайн» сочетает в своей работе лучшие мировые традиции. Дизайн итальянский. Директор фабрики лично посещает модные миланские выставки. Фурнитура, кромки, петли, выдвижные системы и подъемные механизмы – Австрия и Германия. А оборудование, конечно, немецкое. В мире ему нет равных. В чем выигрышно отличается наша фабрика? То, что построена система автоматизированного проектирования. То есть так называемая система SAPA. То есть спроектированная кухня поступает к технологу. Технолог передает эти чертежи, то есть готовые шкафчики превращаются в чертежи деталей. И они напрямую экспортируются в линию автоматизированного раскроя. На этой линии раскрой и присадка деталей выполняется с идеальной точностью. В результате потребитель получает продукцию высочайшего качества. Фасады мебели выполнены из высококачественного импортного МДФ и из массива дерева. Что касается ценовой политики, то она очень гибкая. Мы готовы предложить кухню как и эконом-класса, среднего ценового сегмента, премиум-класса, выше среднего. То есть здесь уже на любого потребителя, так скажем, любой желающий приобрести кухню может обратиться к нам, и поможем в любом случае осуществить мечту. И, наконец, пару слов о самом открытии. Посетить его могли все желающие. Мероприятие получилось позитивным и познавательным. В программе мастер-класс по приготовлению роллов, яркое бармен-шоу, розыгрыш сертификатов на скидку в 10, 15 и 20% и, конечно, демонстрация самой мебели, спроектированной по дизайну Ирины и Марины. Словом, хороший старт. Но вместо того, чтобы дважды услышать, лучше все увидеть своими глазами и создать кухню своей мечты.